60 проектов по развитию сельской местности реализуется в рамках программы «Аул Ельбесыгы» в Западно-Казахстанской области. Об этом сообщил руководитель областного управления финансов Нурлан Есенгали в ходе брифинга региональной службы коммуникаций. В селах региона ремонтируются школы, дома культуры, строятся объекты здравоохранения. Наши корреспонденты продолжат тему. АУ «Ельбесыгы» действует в области с 2019 года. Она направлена на развитие сельской местности, а именно на модернизацию инфраструктурных объектов, объектов культуры, ремонт внутрипоселковых дорог. В текущем году на реализацию программы выделено 13 миллиардов тенге. Один из крупных таких проектов, хочу отметить, это строительство поликлиники поселке Теректе Теректинского района, строительство дома культуры поселке Щапово района Байтерек. Вот такие крупные проекты у нас в этом году начаты, реализуются. Также, да. Строительство оно уже начато. Ага. Планируется завершение в следующем году. Вот, на днях был сдан объект капитальный ремонт поселка Миргенево Акжаикского района. Завершено уличное освещение в районном центре села Чапаев Акжаикского района. Реализуются проекты капитальный ремонт внутрипоселковых дорог в поселке Мири Таскалинского района. Согласно текущему плану, этот год должен стать завершающим для реализации программы. Но специалисты считают, что программа должна найти свое продолжение. Вообще этот проект завершение она стоит в 2023 году. Но мы надеемся и мы думаем, что она будет проект найдет свое продолжение, потому что проект очень актуальный, очень востребованный, направлен адресно для именно развития сельских инфраструктурных проектов в сельской местности. Это обычно, как сказать, это каждодневное благо. Почему наши граждане в селе не могут жить, не могут пользоваться хорошей дорогой, красивым домом культуры? Это обычные такие каждодневные блага, которые направлены на улучшение жизни наших сельчан. Если программу АО «Ельбесыгы» продлят, еще в ряде поселках смогут преобразить либо вновь возвести социально значимые объекты, улучшив тем самым жизнь сельчан. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Асубек Абекенов, ТДК-42.